Ну, я думаю, хватит слушать это. Ну, всем привет. Надеюсь, меня хорошо слышно. И сейчас мы проведем жеребьевку в нашу Ultimate Team League. Это, наверное, первая лига от Федерации Киберфутбола. И Федерация Киберфутбола не России, конечно, а Федерация Киберфутбола, наше представительство в Тюмени. Они решили провести лигу по Ultimate Team. Ну и нельзя им помешать в этом. Мы им только можем помочь. Так, ну и сейчас мы проведем жеребьевку. Как вы видите, мы проводим нашу лигу через сайт, на котором проводились отборочные ESVC, tournament.com. Вот это достаточно удобный сайт. Один лишь минус, то, что не хватает русского языка. И все надписи на английском, как вы можете видеть. Ну и сейчас мы проведем жеребьевку. Все наши игроки были добавлены в список участников. Вот они все 16 здесь. И разделены на 4 группы по 4 человека. В группе будет по 2 игры. Из группы выходят 2 игрока в стадию плей-офф. И в плей-офф уже будет, как ни странно, будет Double Elimination. Double Elimination давно не проводился в онлайне, потому что мало какие сайты могут технически провести эту систему. Ну, а Tournament.com может себе это позволить и построить нам эту таблицу. Так, ну, выберем способ жеребьевки рандом. Сами все видите. Ну и поехали, я думаю. Нажмем. И вот они, наши группы. Сами все видите, ребята. Никакого обмана, все честно. Всю информацию по группам вы сможете найти в группе Федерации Киберфутбол Тюмени. Ссылка вы получите в личных сообщениях. Администратор вам пришлют. Давайте также посмотрим, что у нас получилось. Да. Вот у нас группа. Kick the ball and claim your glory. Ну и все на этом. Думаю, с вами прощаюсь. Группа достаточно интересная. Приятной вам игры. С наступающим Новым годом всех. Ну и закончим мы опять просмотром ролика. Kick the ball and claim your glory. Tis the season to be winning. Score a goal and then repeat. That's it! La la la. Recipe for their defeat. La 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 la. Да.
Всем пока.